этом году, ну, устроиться на работу, ну, хорошую работу по специальности. В полиции всегда мечтала работать. Все желания исполняются, ну, потому что идешь к этой цели, если загадываешь, добиваешься во что бы то ни стало. Уехать в другой город, получить диплом, все. Все будет зависеть от обстоятельств, как получится. Если вот с ней рассталась, то да. Если нет, то я буду ждать ее. Прогнозов мы не строили, занимаемся здоровым образом жизни, стараемся больше проводить на свежем воздухе, приобрести машину, автомобиль семейный. В этом году ездил в Хайнань, ездил в Турцию. Возил дочку, внучку, внука, жену и внучку жены в Турцию. Вот. И деньги кончились. Поэтому я тебе решил подкопить немножко. Мы у себя в деревне Кударасамон хотим организовать кукольный театр для детей. Мне нужно доучить ребенка, внучку. В этом году. И еще хочу, чтобы она все-таки уехала в Америку. У нас единственное желание на двоих. Доучить, в конце концов. В этом году, наверное, 100% уже начну заниматься английским языком. И в этом году я хочу уже начать продолжить свои путешествия.